209 учебных заведений закрыты на карантин. По состоянию на сегодня в Израиле коронавирусную инфекцию подтвердили у 839 педагогов и учащихся. По данным Министерства просвещения, 20 392 преподавателей и учеников находятся в изоляции. 209 учебных заведений закрыты на карантин. Согласно распоряжению Министерства здравоохранения, при выявлении хотя бы одного случая заражения учебное заведение закрывается. Педагогический состав и учащиеся находятся в карантине до окончания эпидемиологической проверки.